Итак, значит, на сегодня мы будем делать обзор на Qubot Note S. Это бюджетный телефон, который стоит в пределах 5000, а также как и Blackview, и Humpton его отправляют, не заморачиваясь с упаковкой, да, то есть достаточно жесткая коробка, ее просто пакуют в пленку без каких-либо пупырок прочих вещей. Ну вот видите, вот один уголок загнулся, с остальными проблем никаких нету. Не знаю, будет ли это регулярный у меня товар, либо не будет. Непосредственно вот эти три телефона разного цвета заказал у меня клиент по услуге «Бесплатный посредник». А белый мы сейчас потестируем, а эти два мы приоткроем для того, чтобы понять, что они из себя представляют. Из себя они представляют следующее. Цвет черный имеет черную глянцевую морду и, соответственно, черную заднюю крышку. Цвет золотой имеет золотую морду и золотую заднюю крышку. Удивительно, но это факт. Вот. Ну, соответственно, белый у нас имеет белый зад, белый перед. То есть, не как там у того же Хомптона, да, у всех морды черные, а зад отличается по цветам. Здесь нет. Здесь цвет спереди, сзади полностью дублирует. Видите, у телефона силиконовый бампер имеет такие ярко выраженные углы, которые, ну, подусилены. Поэтому, ну, в упаковке ему точно ничего не будет. Не растрясется, не размучается, все будет хорошо. Собственно говоря, к ним чехлы. А чехлы к ним выглядят следующим образом. Ну, они покупались отдельно, на них тоже ссылку положу. А все достаточно примитивненько. То есть идет внутри пластиковый бампер, который приклеивается к искусственной коже, или как это правильно назвать. И, собственно говоря, вот он весь чехол. Есть еще чехлы без пластикового бампера, непосредственно сам телефон к нему можете приклеивать. Они достаточно простые, но в связи с тем, то, что это не массовая модель, как там, просто это не столь массовая модель, найти на него там стекла, либо бампера Nilkin, там Moffy и так далее и тому подобное, я подозреваю, будет невозможно, либо крайне сложно. Я в принципе, не искал, но предыдущие... Вот зачем я все время это упаковываю на видео, я не знаю. Вот, предыдущие модели тоже не столь популярные. Ну, конечно, все-таки сложности с этим были. Так, давайте, значит, посмотрим, что у нас по комплектации. Сам телефон. Телефон сразу в силиконовом бампере. На русском языке инструкция – это, ну, достаточно хорошо. Это означает, что он заточен под наш рынок, следовательно, у него банды, все как полагается, под наши мобильные сети. Кабель для зарядки и, собственно говоря, адаптер. На адаптере написано Qubot и... где-то, вот он. Стандартный 1 ампер. 5 вольт, 1 ампер. И больше ничего. То есть там наушники какие-то, пленочки модно, да, класть в комплект. Этого нет. С другой стороны, на самом телефоне пленка уже наклеена. Значит, вот эта синяя наклейка, она была снята с аккумулятора, потому что для того, чтобы включить телефон, необходимо снять аккумулятор, снять с аккумулятора наклейку защитную. Сам телефон в руках смотрится, но явно дороже, чем он стоит. Он достаточно тяжел, он увесистый такой, прям вот чувствуется то, что он не там пластик-пустышка, а что-то прям серьезное. Значит, здесь у нас идет золотая рамка, ну, это в белом цвете. А сверху разъем для наушника, микро-USB для зарядки. А по правую руку клавиши громкости и кнопка включения. По левую ничего нету, снизу опять же ничего нету. Все простенько, лаконично. Задняя камера с вспышкой ледовской. Ну, что еще о нем сказать? И вот эта часть, она немножко на софт-тач похожа, хотя, по-моему, это не софт-тач. Так, давайте откроем, поставим в него сим-карту, заодно посмотрим, что у него прячется внутри.
Значит, вот он у нас динамик. Динамик маленький достаточно, да, прямоугольный. При этом сеточка, да, как будто он тут огромен. На самом деле нет, он, видите, он маленький. Значит, аккумулятор очень серьезно выглядит. На нем мы видим надпись, то, что он имеет емкость 4150 мАч. Литий-полимерная батареечка, нормальная вольтажность 3,8. Зарядка, ограниченная вольтажность 4.35. Достаточно серьезно выглядит все это дело. Значит, 2G, вот вам, пожалуйста, диапазон, на котором он работает. 3G, вот опять же диапазон, на которых он работает. 4G здесь нету. 4G здесь нету. Наверное, и 3G нам хватит. Итак, опять у меня нано-сим-карта. Нано-сим-карты это мало. Переходнички у меня пришли. Расходный материал стоит недорого. Иметь надо обязательно. Значит, что мы имеем? 5,5 диагональ. А процессор MediaTek MT6580 4-ядерный с максимальной частотой 1400 МГц. Экран IPS, разрешение 720 на 1280. Bluetooth 4.0. Ну, что еще о нем можно сказать? 4150 – это аккумулятор. Это очень хорошо. То есть, такой долгоиграющий бюджетничек получается. Да, 3G светится. Работает. Достаточно все симпатично. Да, отстань ты от меня. А при этом, когда ты начинаешь скачивать, обычно все скачивается на рабочий стол, сразу все кладется. Здесь нет. Здесь все скачивается сюда, и уже нужное, да, вы всегда можете вынуть на рабочий стол. Так, ну, наверное, надо передача данных. Симпатично, кстати, улитка. Так, ну что, с чего начнем? Начнем с самого простого. С того, насколько быстрый 3G интернет. Да? Для того, чтобы нам узнать его скорость, мы вставили вовнутрь сим-карту Билайн. А мы находимся в Москве. Что за отправка смс? Вот он. Спид-тест. Мы его прогоним 3. Ну, вы, скорее всего, увидите результат.
что, давайте срезюмируем. Ну, для начала цвета. Значит, если мы еще раз берем золотой, то он полностью золотой со всех сторон. Достаточно симпатично выглядит. Вот обратите внимание, я сначала думал, что это... Как же тебя навести-то? Сейчас, секундочку. Ну, вот очень похоже на скол. На самом деле это не скол, это таким вот образом прячется микрофон. Микрофон таким вот образом прячется. Значит, золотой. Симпатичный. Черный. Ну, абсолютная классика. Прям вот классика, классика, классика. С торца. Ну, более светлый черный. Как бы вот так вот можно назвать. Ну, и белый, соответственно. Для тех, у кого тонированная привора, будет, наверное, самый раз. Может, для кого-то еще. На самом деле, белый цвет, он вполне красивый, поэтому почему бы нет. Значит, сейчас что я сделал? Я по нему, пока там стояла моя сим-карта, звонил. Качество разговора проблем никаких. Меня слышно, я слышу, все хорошо. По фотографиям. Фотографии делал. Сейчас вы их увидите в видеоряде. Плюс к видео будет ссылка на Яндекс.Диск. Вы сможете посмотреть исходники, насколько хорошо фотографии получаются. В принципе, да, ну, камера 8 мегапикселей – это немного. Но при этом, ну, достаточно неплохо она снимает. То есть, в принципе, что вы хотите. Телефон в пределах 5000 стоит. А если сравнивать его с Hompton HT17, например, либо с Blackview E7, по внешнему виду и по вот... Ну, вы его когда держите, он прям вот... Hompton, он какой-то такой легенький, да, такой. А Кубот, вот он прям вот... Ну, мне нравится, когда вот такой достаточно тяжелый телефон. Не знаю, связано это, может быть, с тем, что аккумулятор более емкий, хотя, ну, он существенно, по-моему, потяжелее. А, значит, аккумулятор 450, это, ну, вообще хорошо. Да, то есть, вот, я люблю пятитысячники, Asus Zenfone Max, Lenovo P1, сейчас, наверное... Перейду на Lenovo P2. Сейчас обзор буду делать. Может быть, на нем и останусь. 450, ну, вообще хорошо. То есть, вы получаете вполне мощный телефон, который там, ну, основные вещи тянет. Даже чуть больше, чем его цена, он опять же тянет. Тяжелый, симпатичный, красивый, низкий бюджет, хороший аккумулятор, надолго все хватает. Единственный минус, ну, то, что марка не столь популярна, немного на него аксессуаров. Еще раз, да, это вот чехлы кубатовские, простенькие до безобразия. Ну, и особо больше я ничего не видел. Хотя, в принципе, к видео будет приложена ссылка на вот такие чехлы. Это чехлы Flow Me. На моем канале они не один раз попадались. Был на них полноценный обзор, сам ими пользуюсь. То есть мы берем, убираем туда телефон, он великолепно там прячется. Здесь карты, здесь деньги. Все это дело на магнитах и вот так вот в руке носим, либо подмышкой. Очень удобно, вполне недорого стоит, качество очень хорошее. Ну и, собственно говоря, флеш-карты. Опять же, хорошие флешки с Китая, приложу ссылку, заходите, там, второе либо третье поколение берите. Для ребенка самое то. Недорого, сердито. Игрушки, которые он играет, он потянет. Для взрослого, ну, тут опять же, да, что вы хотите, какой ваш доход. Да, то есть, есть у вас там задачи, понты какие-то, корявые, не корявые, ну, 7-й iPhone, по-моему, должен продаваться в вашем городе. Идите, берите, точно получите и понты, и все остальное. А хотите просто рабочую лошадь, ну, автономность, все хорошо, опять же, берите. Единственное, чего мне не, ну, мелочь, конечно, да, но вот когда берешь телефон, очень хорошо, чтобы на нем была бы защитная пленка, б,
под который уже основная пленка. То есть, вот это было бы совсем хорошо. А есть здесь олеофобка или нет, не скажу, потому что пленку не снимал. А 2,5D закругленные края есть. Ну, что еще сказать? Вполне неплохой бюджетник. Посмотрите его конкурентов. Есть у меня обзоры, либо выйдут на днях. Это Blackview E7, E7S, либо Homten HT17. То есть, вот основные конкуренты. А у Homten и у Blackview будет какой плюс? У них будет сканер отпечатка пальцев. Если он вам не нужен, ну, пожалуйста, довольствуйтесь от данной модели. А я же пойду эти телефоны запечатывать, отправлять. Жду от вас комментариев, интересно ли вам было, чтобы они у меня были в наличии, да, по цене Али, либо, ну, не столь это интересная модель. Может быть, у вас есть такая модель, вы напишите про его какие-то особенности. Ну, собственно говоря, и все. Ждем новые обзоры. Всем всего. До скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал «Картавый блогер». Пока.